Американцы говорят, ну мы будем поставлять оружие. Такое, всякое. Европейцы часть будут поставлять оружие. А вы сбиваете все это дело. Мало того, еще сбиваете вот железнодорожные составы и так дальше. То есть воюют американцы своей техникой, вы своими ракетами. Да, с обоих сторон воюют и люди. Но все это происходит на территории Украины. Да, Василий Ильич, но зато вам сейчас... Это будет длиться, каждый день приносит убытки государству Украины. И экономические, и человеческие. Или человеческие, экономические. Да, кто допустил это? Я вам больше скажу, Василий Ильич, зато у вас сейчас денег будет сколько хочешь. Каких денег? А президент Болгарии или премьер-министр Болгарии обратился к своим гражданам, что все, кто хочет поддержать Украину, пусть пожертвуют свою зарплату. Украине все это каждому гражданину или это кому? Давайте сначала посмотрим, сколько болгар пожертвуют свою зарплату.